5 сентября в центре Гейдар Алиева прошла презентация проекта по совершенствованию работы с бездомными животными Баку. Проект осуществляется при поддержке фонда Гейдар Алиева и исполнительной власти города Баку. В рамках проекта начинается реконструкция находящегося в Балахане управления санитарией департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительство центра по уходу за бездомными животными, отвечающегося всем мировым стандартам. Как рассказал на мероприятии координатор проекта фонда Гейдар Алиева Сабик Абдуллаев, работы по строительству центра займут около полугода, в течение которых также будет вестись параллельная работа по подготовке его будущих сотрудников. Это очень важный момент, поскольку вопрос наличия грамотных специалистов по отлову бездомных животных был одним из острых в этой проблеме. В период проведения реконструкционных работ в центре по уходу за бездомными животными временно все животные будут находиться в центре по уходу за животными Адия. Севдаджафарова, Кампулатлы, Азертач.